Гость нашей вашингтонской студии сегодня Павел Ивлев, бывший юрист компании ЮКОС и председатель Рос... Комитета Российской экономической свободы, организации э, действующей в США, некоммерческой организации. Павел, рад вас видеть. Здравствуйте. Здравствуйте, Здравствуйте. Павел. В первую очередь, конечно, тема нашей э, беседы и тема, главная тема этой недели ⁇ саммит в Хельсинки, встреча президентов США и России, Дональда Трампа и Владимира Путина. Что вас удивило в этой встрече и по ее итогам? Удивило. Ну, удивило, наверное, все-таки, на мой взгляд, очень э, слабая подготовленность нашего президента Трампа вот к этой встрече. То есть такое ощущение, что он, конечно, по-прежнему очень плохо понимает, э, с кем он имеет дело, я имею в виду Путина, возглавляемый Кремль на сегодняшний день. И то есть он просто, помимо того, что он, так сказать, был очень противоречив, да, и мы знаем, что он исправлял сам себя уже, и продолжает, видимо, это делать, но для меня достаточно очевидна его неподготовленность. То есть он, я не знаю, что ему говорят его советники, тем более, что советники на сегодняшний день такие, что тоже, может быть, ничего не понимают. Поэтому все это выглядит печально. Это, конечно, для для Америки, как для страны, для ее внешней политики, все это достаточно позорное явление. К сожалению. Но вот как многие эксперты американские отмечают, Дональд Трамп, он принимал за чистую монету какие-то предложения Путина о сотрудничестве. В частности, очень много критики вызвала вот эта инициатива о взаимных допросах. Uh -huh. подозреваемых в США uh -huh. и России. Uh -huh. Соответственно, фигурировал, Путин назвал имя Браудера непосредственно на пресс-конференции, но затем уже Генпрокуратура еще назвала несколько имен, в том числе посла бывшего посла США в России Майкла Макфола. Вот uh -huh. Как вообще к этому относиться? Ну смотрите, тут я немножко как юрист, если позволите, выступаю. Во-первых, между Россией и Соединенными Штатами есть договор о правовой помощи, который, в принципе, предусматривает поручение о допросе. Да? То есть как бы одна сторона может попросить полицию другой стороны, чтобы они провели допросы, поставить вопросы и даже присутствовать на этих допросах. То есть такая процедура есть. И Теоретически, но, наверное, она редко применяется. Она очень редко применяется. В моем случае это было просто смешно, потому что я Я говорил, пожалуйста, мои адвокаты подали ходатайство, что я хочу быть допрошенным, и они официально отказались это делать, я имею в виду российское следствие. Вот, то есть ну, эта процедура применяется, я не знаю, насколько американцы ее проверяют, потому что по большому счету это ничего не дает. Да? Здесь не, невозможно, нет личного участия, непосредственного участия следователя. Он не может давить, он не может, так сказать, там, правильно, так сказать, играть эту игру. Поэтому ну, задали по списку вопросов, получили по списку ответ разъехались. То есть эффективность таких процессуальных действий, она вполне себе минимальна. А, вот. Но это возможно. Другое дело, что когда речь идет о допросе официальных лиц, американских чиновников, действующих или бывших, тут уже, как бы, во-первых, это не очень может быть допустимо с точки зрения всяческой там, госполитики. Вот, Поэтому скорее я бы сказал, что должно быть делом добровольным. То есть если Билл Браудер хочет быть допрошенным, он может быть допрошенным. Я хотел, мне не дали. Все-таки в вашем деле не удалось, нет, хотя нет. это даже была ваша инициатива. Да. Но тем не менее, вот э, сам факт того, что Владимир Путин пытается поставить на одни весы, э, как опять же тоже Майкл Макфол сказал, совершенно разные категории, да? то есть э, люди, которым предъявлены... Официальные обвинения непосредственно э, спецпрокурором Мюллером, э, российские офицеры ГРУ соответственно на одной стороне на одной чаше весов и на другой чаше весов соответственно тот же Макфол и многие другие соответственно функционеры американские. Ну, можно ну, ли вообще в принципе ставить это ну опять же как бы с точки зрения формально правового, а почему нет ну офицеры ГРУ тоже российские чиновники они официальные в общем то лица другое дело чем они занимались там вот и если это реально подрывная деятельность собственно в чем они обвинены Соединенными Штатами но они преступники с нашей точки зрения предъявлены обвинения вопрос об их допросе особенно не ставится если в какой-то момент они предстанут перед американским правосудием тогда их естественно допросят но я тут больше говорю о том что э, те же Макфол и соответственно многие другие функционеры американские они э, в данном случае э, могут быть как свидетелями да? то есть но здесь ну, смотрите, им ну, не были предъявлены Макфол обвинения не да обвинения да. Браудер не то что предъявлены обвинения но уже осужден заочно ну да Поэтому как бы Макфолу тоже можно предъявить обвинение. Потом где-то я вчера увидел, что Кайл Паркер, значит, добавлен в этот вот, список прокуратуры, да, которая абсолютно действующий чиновник в Конгрессе угу. Соединенных Штатов. А, ну, то есть попросить они могут, И те могут и эти могут. Зачем им это делать? Я думаю, что для Путина это чистая игра. А президент Трампа, видимо, некоторые из его советников, они просто что называется эту наживку схавали и значит теперь пытаются понять, что с этим делать. Ну, наверное, ничего из этого не будет, пустой совершенно разговор, потому что опять же, я думаю, что только если добровольно кто-то из этих лиц захочет дать показания, это может быть, это может состояться. Что касается других событий, конечно, арест Марии Бутиной вызывает внимание, определенное сейчас на этой неделе, соответственно, после того, как были предъявлены обвинения российским агентам ГРУ. Это, в принципе, обвинение не от спецпрокурора Мюллера, но, тем не менее, все сейчас рассматривается сквозь вот эту призму российского расследования в США. На ваш взгляд, насколько перспективно вот это дело против Марии Бутиной, и видите ли вы там, так сказать, состав преступления? Um... Состав преступления видят те, кто предъявили обвинение. Это не, ну, те, не американские юристы, тем более не прокурор, не трудно судить. Э -э Какие-то доказательства прозвучали, они есть, ее контакты. Я думаю, что самое интересное, что с этой молодой дамой э может произойти с точки зрения американского правосудия, это если она начнет сотрудничать. Если она значит, в обмен на снятие каких-то с нее обвинений, на обещание более какого-то льготного наказание или просто депортации начнет рассказывать о своих контактах о все что у нее было потому что как мне показалось вот опять же с того что я про нее сегодня утром читал она просто была интересна как вот что она делает какие у нее контакты она пишет что с ее самого начала похоже американские спецслужбы вели по какой-то причине. Ну, собственно, ее связь с Тошином это вполне себе серьезное основание для того, чтобы просто интересоваться, что она делает. И они вот эти все ее контакты прослеживали, с кем, чего, как, кому она там писала. И вот это интересно, потому что это даст наводку на какие-то, возможно, более серьезные действия. И я думаю, что именно вот ее намерение уехать из Вашингтона просто сыграло роль. Собственно, если помните Анну Чапман, да, и всю эту историю, да, это же тоже, как бы, они вели ее, да, там уже агент с ней работал, и, значит, уже непосредственно набирал компромат, и девушка оказалась не полной дурой, она просто поняла, что надо делать ноги, она поняла, что она, так сказать, ну, подставлена, все, значит, и убежала. Ну, не добежала, правда, сказать, тем дело кончилось, понятно, но... Ну, тут многие отмечают, Нет. что все-таки Чапман была шпионкой, а тут в данном случае все-таки как независимый агент, немного другое Слушайте, вроде. она. Чапман была дочкой шпиона. Она сама по себе, я думаю, что даже не очень-то была натренирована. Она была смышленая, красивая девица, которая пыталась... Папа, пытался ей помочь заработать денег на почве значит, сбора какой-то информации. Значит, это Бутина, она, мне кажется, человек больше самостоятельный, я уж не знаю, чья она там родственница, но это, ну, то есть вот те шпионы, та группа, это вот типичная история дети шпионов, знаете, как, 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 в кино. А дальше уже там внуки идут несчастные, про которых тоже пишут иногда. Эта девушка, наверное, более самостоятельная, больше, так сказать, пыталась сделать карьеру, более активно явно работала, а, значит, совсем, ну, прежде всего, значит, в оружейной ассоциации, вот эта линия, она на самом деле довольно интересна, посмотрим во что она вылится. Вот. Поэтому... То есть это, конечно, вот не классический шпионаж. Да? Это не Штирлиц. Но тут очевидно, что был акцент на деятельность не только с НРА, но и с республиканскими функционерами. То есть бросить тень, отчасти, возможно, бросает этот тень, эти обвинения на, соответственно, республиканцев. Опять же, на партию, которую представляет Дональд Трамп. Думаете, это может как-то навредить, опять же, или поспособствовать, наоборот, дальнейшему расследованию Мюллера? Да, безусловно, навредить на расследованию нет а поспособствовать, да, безусловно, потому что это часть вот этой большой игры, да, вот опять же, как я это вижу, да, то есть где-то там с 15-16 -го, -го года э, в Кремле было дано поручение широкому кругу лиц заниматься вот этим влиянием на выборы тем или иным. Там не случайно это Бутин работала и даже встречалась с э, губернатором Висконсина, который был тогда, Дим Уолкер, да, кого -то который, я помню просто этот момент, был вполне себе серьезным кандидатом от республиканцев, потому что, опять же, республиканская партия ведь не предполагала, что их кандидатом станет Трамп. Кто угодно, но не Трамп. Я сам республиканец, я понимаю, о чем идет речь. Вот. Ну и дальше вот эта вся эта работа шла. Она, естественно, шла через оружейную ассоциацию, потому что это как бы... Ну, они, видимо, почувствовали, вот, так сказать, с одной стороны, влияние этой организации в Штатах, ее вес, и а с другой стороны, ее, ну, как бы, возможность, так сказать, в нее проникновения, потому что это интерес оружейников. Опять же, тут много русских в этом бизнесе. Да, стрелковое оружие, это вполне себе тема. Ну, и так далее. То есть они через эту ассоциацию, через другие каналы, тут же Донор Бахер замечательный, так сказать, сумасшедший... Конгрессмен. Конгрессмен, да, который, значит, постоянно имеет, кстати, отношение тоже к оружейной ассоциации, и ну, самый прокремлевский конгрессмен Соединенных Штатов, безусловно. Вот. То есть, конечно, они находили людей, которые, значит, тут шли на сотрудничество подкупом, сексом, не знаю, там, любыми способами, доступными этой даме, она, значит, это отработала, но она явно не, не одна была, да, их таких вот, дам, как выясняется, все больше и больше. Вот как раз, да, была Наталья Весельницкая да. и не только дама, но и Ринат Ахмедшин, например. Я хочу как раз спросить у вас по поводу вот этих усилий прокремлевских сил, которые э, используются сейчас э, в США э, и использовались на протяжении последних двух-трех лет, как минимум вот, в предвыборный период. А, на ваш взгляд, чем все-таки все это обусловлено? И вот вы занимались продвижением закона Магнитского и то, что сейчас, по, по сути, цель всех лоббистских усилий — отмечать этот закон Магнитского. Вот что можете об этом сказать? <къем> ну, усилия, безусловно, есть. Я не думаю, что это единственное направление, по которому я работаю, потому, потому что, в принципе, да, действительно много сил было потрачено, в том числе и мной, но прежде всего Биллом Браудером, для того, чтобы этот закон был принят. И нам во многом повезло, что он был принят. И, так сказать, вся эта позиция, и, кстати, позиция Макфола, который был против этого закона и жестко, так сказать, агитировал против него – то есть много чего есть вспомнить, да, о том, что, как это происходило. Но после того, как закон был принят, по большому счету, он с американским правительством продолжает саботироваться. Сколько там сейчас в списке? 45 человек за 4 года? Ну, это не работа. Не так много. Это не работа. Сколько сил потом было потрачено, чтобы включить определенных совершенно лиц, типа Бастрыкина, в этот список, и как медленно это происходило? слава. Спасибо, это произошло. Хотя Понимаете, я, в общем-то, сам лично готовил так называемый список ЮКОСа, там 310 фамилий, и это было давным-давно уже еще на этапе, так сказать, когда закон только принимался, этот список был представлен Кардиным официально вполне. В основном все эти люди продолжают вполне себе спокойно жить. То есть они и так будут спокойно жить в России. Вряд ли ну, они ездят. Но передвигаться и въезжать в США. Вряд, ну, вряд и ли случай. они ездят, но тем да. не менее, да, основная цель закона это все-таки шельмование ну, этой да. публики. Вот, вот это то, чего по-прежнему да, не делается. Да. Их а, поэтому я не думаю, что закон магнитского основной для Кремля. Ну, конечно, они хотели бы значит, от него как-то избавиться. Он их, видимо, раздражает как факт, как само наличие этого закона. Еще один аспект, который обсуждали Путин и Трамп, это возможность создания некой совместной комиссии с так называемыми капитанами бизнеса. Вот на ваш взгляд, как такое сотрудничество может быть организовано с учетом санкций, и будут ли какие-то американские бизнесмены, несмотря на все репутационные риски, вступать вот в такую комиссию по сотрудничеству? Да они уже там. О чем, говорите, американские бизнесмены, причем, так сказать. Основные лидеры американского бизнеса спят то видят, когда значит, с России будет снова э, хорошее, доброе сотрудничество. И пока его на сегодняшний день нету, э, всячески стараются, чтобы что-то происходило. Посмотрите на Boeing, посмотрите на Alcoa, посмотрите на Pricewaterhouse. Это бизнесы с огромными... Огромные бизнесы американские с, с многомиллионными интересами в России. Они все заинтересованы. Филипп Моррис. Они все заинтересованы в том, чтобы э, было сотрудничество. Они все с удовольствием войдут в любые советы раньше в них входили. Сейчас по-прежнему есть американ-российский бизнес-совет. Один в Америке, другой здесь. Эти люди, поверьте мне, э, вполне себе энергично лоббируют именно за сотрудничество. И, и отмену и, санкций, и, 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 и сотрудничество между собой, потому что там же в этих советах присутствует и Роснефть, и Сбербанк, и ВТБ, и все остальные вот эти вот российские большие бизнесы, государственные, кремлевские, понятные совершенно, чем они занимаются. Поэтому никаких иллюзий ни у кого по поводу того, что большой бизнес американский хочет сотрудничать с Кремлем и с его прокремлевскими бизнесами не должно быть. Ну, то есть, санкции в данном случае не могут быть помехой ни для американских, ни для российских бизнесменов без безусловно, безусловно, помеха. Ну, смотрите, значит, ExxonMobil имел контракты и перспективу заработать 50 миллиардов долларов в сотрудничестве с Роснефтью. Им пришлось из этого выйти из-за санкций. Они не могут это продвигать. Я в данном случае имею в виду не помеха для вступления в эту комиссию, для а участия комиссию, в этой комиссии. Комиссии, поверьте мне, может быть очень много, очень разных. Была в свое время черноморь может быть, соответственно, значит, я даже не знаю, как ее теперь назовут, Медведев-Пенс, а, вот, это ни о чем, да, и Сурков сюда ездил, и, ну, много чего было, вот, и это все вполне может повториться с тем же результатом, нулевым. Ну вот на этой неделе, как раз после всех этих разговоров, после встречи Путина с Трампом, вновь, соответственно, законопроект, который инициировал Марко Рубио, был поднят к обсуждению. Mm -hmm. И на ваш взгляд, вообще в принципе, вот Конгресс может и дальше попытаться вот и пойти против э, Дональда Трампа вот, с точки зрения вот этих всех его намерений наладить сотрудничество то есть какие еще механизмы остаются вроде как санкции применяются но тем не менее достаточно ли этого ну если я правильно понимаю смысл этого законопроекта он состоит в том чтобы э, Конгресс без участия э, значит президента. исполнительной власти белого президента мог в, принимать санкции что само по себе на мой взгляд в государственных отношениях довольно опасная вещь так тоже значит так можно далеко дойти так у нас конгресс войну начнет объявлять без президента ну так не должно быть а, вот а с другой стороны ну марк руби подготовил закон сейчас его поддержали ключевые а, значит, лица в сенате вот, включая, так сказать, спикера Сената и это республиканцы, это наиболее влиятельные республиканцы на сегодняшний день в нашей стране, все они поддержали, поэтому, ну, наверное, закон куда-то дальше пойдет. Я, честно говоря, не понимаю, ну, я, я, я не уверен в том, что такой закон необходим, потому что он, в принципе, нарушает э, э, все-таки тот баланс, который в Америке установлен давно, и, наверное, все-таки хорошо бы было, чтобы он соблюдался. Вы на этой неделе, соответственно, приехали в Вашингтон для участия в мероприятии, посвященном так называемому вмешательству России, но уже не в выборы, а в судебную систему США. О чем в данном случае идет речь? То есть это эксплуатация судебной системы, то есть использование лазеек американского законодательства в интересах российских компаний. Вот, что бы вы отметили? Да, не лазеек, а тех возможностей, которые предоставляет э, очень, так сказать, глубокая да, огромная система американская правовая, да, там есть разные возможности. И вот очень интересный доклад в связи с этим сегодняшним мероприятием подготовил Асланд. И как раз вот он разбирает те варианты, те юридические, так сказать, ну это называется лазейками, я бы называл, просто механизмами, институции юридические, которые могут быть использованы. Ну, в частности, речь идет о том, что по американским законам в рамках иностранного процесса, гражданского или уголовного, может быть, подан запрос э, через американский суд о допросе, о, о, значит, предоставлении документов да, и каких-то еще процессуальных действиях на американской земле. И вот так этот механизм он используется. Это так называемый параграф 1782 свода законов США. В свое время, работая по ЮКОСу, значит, и, ну, борясь, да, защищая интересы ЮКОСа в России, мы тоже использовали этот механизм для, там, например, там, получения документов от PricewaterhouseCoopers. А, то есть вот такой механизм есть, он используется, он про, вполне себе правово обоснованный. Конечно, он ну, может сильно так сказать, усложнять жизни, по крайней мере, создавать затраты для значит, американских каких-то людей или людей, кто убежал от России сюда, да, и спрятался. Другой, значит, способ, которым пользуются, это банк... ну, тоже помощь иностранному банкротству, это Chapter 15, так называемый. Тоже по ЮКОСу это использовалось, тоже в целом, там даже Рибгун приезжал в свое время и выступал в Нью-Йоркском банкротном суде, ну, ничего особенного это ему не дало. Вот. Но, тем не менее, такой механизм есть. Еще один механизм, это просто, значит, исполнение Денежных решений. Да? То есть, значит, если российский суд взыскал с кого-то деньги вынес такое решение, то это решение можно попробовать исполнить в Соединенных Штатах. И иногда американские суды, абсолютно наплевав да, на то, что в России нет правосудия, на то, что это заказуха там, и значит, режим действует. Тем не менее, американский суд, как рутину, да, засиливает, как мы говорим, это решение. Вот. Ну и, соответственно, создает большие проблемы людям, живущим здесь. Скажем, опять же, э -э, вернусь так сказать, к своему делу. Да, мне на минуточку уже иск предъявлен Роснефтью на 400 миллиардов рублей в совокупности. Вот если там российский суд эти 400 миллиардов рублей с меня взыщет, это я затрудняюсь вам сказать, ну, скажем, 10 миллиардов, 5 миллиардов долларов, да. ну, понятно, что у меня нет таких денег, но теоретически вот они придут сюда, и, значит, суд американский наложит арест там, на мой счет в банке, на мой дом. А, ну, это неприятно, мне как-то нужно будет от этого отбиваться, нести затраты опять же. То есть, понимаете, в чем сила здесь и слабость одновременно, и как бы американской системы. Она же, в общем-то, тоже вся стоит на серьезных финансовых основаниях. Россия, там, какой-нибудь Сбербанк, например, или там, Роснефть, наймут самых лучших, самых крутых адвокатов, и они будут отрабатывать. И, поверьте мне, любому в Америке протестовать какому-нибудь Кейсу или крири очень тяжело, потому что это, это супер-юристы. Вот, поэтому это как раз вот неприятные эти моменты. Они есть, и вполне себе Россия, российские какие-то там... Прокремлевские организации и корпорации, они используют эти механизмы. Ну вот сейчас еще один интересный процесс, как раз по конкурту менеджмент компании Евгения uh -huh. Пригожина, uh -huh. упомянутой также Владимиром Путиным на пресс-конференции. Правда, он сказал, что дело разваливается в американском суде, а на самом деле все только там начинается, и а, даже слушание еще, по сути, начала процесса еще не было. На ваш взгляд, насколько это показательный процесс? Это очень быть? показательный. Это как раз вот тот самый очень хороший пример того, как американская правосудия, как американскую судебную систему, и все вот эти вот многочисленные возможности для затяжки, для оспаривания процесса предоставления документов, для всего, да, то есть там же поднят вопрос о том, что э, спецпрокурор Миллер не имел права предъявлять это обвинение, что это, он типа он залез не в свою сферу, значит, это будет оцениваться судом каким-то образом и так далее, то есть Опять же, Пригожин и его компании наняли явно совершенно хороших, дорогих юристов, которые используют все, что возможно, для того, чтобы сопротивляться. И я вас уверяю, иногда это сопротивление очень эффективно. Ну, то есть, вы считаете, что, в принципе, этот процесс может в дальнейшем выйти на некий уровень, который, соответственно, задаст некий пример, может быть, для других компаний, которые, опять же, российские... Ну, конечно, это же у нас прецедентное право в Америке, да, поэтому многие пользуются тем, что уже было. И это о чем, значит, вот давайте вспомним другой пример дела Привизона, да, который... Коцыва. да, которое так сказать, вполне себе в Нью-Йорке, да, прокурор тогда еще Бахапара. Да, Брит Бхарара. А, да. извините, да, замечательный, так сказать, человек, вот он, значит, эти обвинения старательно, значит, продвигал. Не все с ним было просто. Я не могу сказать, что они были совершенно грандиозно железные, но тем не менее. Кончилось это все... А, значит, тем, что прокурора Трамп уволил, а, значит, видимо, его уже преемник там какой-то назначенный другой Трампу прокурор быстренько это дело закрыл и заключили мировое соглашение. по 5 или 6 миллионов долларов это только покрывает затраты, поверьте мне. А, вот, поэтому, ну, вот, вот так вот. То есть, то есть не исключено, что спецпрокурор Миллер тоже куда-то уйдет а какой-то другой прокурор быстренько это дело закроет, потому что ну, как бы так будет проще. Еще, еще один аспект, как раз тот же Билл Браудер и многие другие призывают к заморозке активов российского бизнеса, то есть российских олигархов тех или иных на Западе. А, как вы к этому относитесь? И есть ли действительно возможные механизмы для этого, вот кроме санкций? Вот, то есть, ну просто... смотрите, активы Дерипаски, Виксельберга, Керимова уже заморожены. Я считаю, что это совершенно правильное по делу, а, хотя не, не все с этим соглашаются. Что касается вот этого с российского списка Форбса, который был представлен Конгрессу, кремлевский и, доклад, кремлевский доклад, то есть всего этого списка, ну слушайте, позвольте. Там половина этих людей вообще-то граждане других стран. Они, ну, они, может быть, и граждане России в том числе, но там есть и американцы, и англичане, и израильтяне кого там только нету. Бизнесы их, ну, по крайней мере, там там совершенно для меня вопиющий был факт: это э, э, Юрий Шифлер, да, водка столичная, владелец этого бренда. Ну, позвольте, этот человек, 20 лет почти воюет с Кремлем, Значит, ему там предъявлено обвинение, он, там его лишили всего. И что предлагаете его тоже считать, значит, только потому, что он богатый человек, значит, наложить на него санкции. Ну, это, извините, это тогда. И надо на самого Браудера наложить санкции, он тоже в России много денег заработал в свое время. Но в завершение не могу не спросить, вы сказали про спецпрокурора Мюллера и что он может быть уволен. Насколько вот этот шаг может быть ошибочным для Дональда Трампа, для администрации Белого дома в свете этого российского расследования и к чему это вообще может привести? Ну, смотри, мне кажется, Дональд Трамп спит и видит, как бы ему уверить Мюллера. Он бы его давно уволил, если бы только у него был для этого хоть какая-то возможность. Но возможности, видимо, такой формальной не возникает, а, так сказать, по сути, такое увольнение, ну, оно, конечно, будет огромным да еще одним ударом по репутации президента Трампа и вообще всей нашей системы. То есть, дело даже, в конце концов, не в нем лично, да, он-то, дай бог, уйдет. Чем быстрее, тем лучше. Вот. Но, понимаете, он же подрывает вот то как мы видим американскую власть, американское правительство, мы видим, как его видят так сказать, на, в других странах, на Западе, на Востоке, где угодно. Да? То есть вот этот имидж э -э, великой демократии, сложившейся, вот что разрушается такими так сказать, процессами. И, конечно, если Трамп уволят Мюллера, это будет еще один серьезный очень удар. И, кстати, я думаю, что это, конечно, ужасно порадует Путина и его товарищей в Кремле. ГБшников, да, потому что это именно то, чего они хотели. Они не то, чтобы им там не важно было, кто будет был нашим президентом. И им чем хуже, тем лучше. Да, потому что это люди, которые, у которых это вот на подсознательном уровне. Америка их враг, и они пытаются любым способом э, Америке навредить. Спасибо большое. Павел Ивлев, бывший юрист компании ЮКОС э, и председатель комитета российской экономической свободы, был гостем нашей вашингтонской студии.